Так, готовность нахуй. Можно просто делать так. А с бомжемак отсутствовал. Это его орехи отсутствуют. А морда где? То нас хили, нас хилов нету. Вы нас смонили. Так, щит по себе. Ага, не помогло. Шо это? Кто у нас силы не сумонится, что-то? Ясно. По тебе чай. А ты где? Шкаф? Вы на шкаф поставили, да? Нет. А, не отменяли, походу. Не отменяли. У меня все ночь впереди, у меня до 9 утра еще там. Ух, сколько времени. А мне в 6 утра вставать. Думаю, поеду на каникулы, наконец-то. А, каникулы. Да он пока. О, новогодняя ЕП, это ты только сейчас ввел? Ты умножил ЕП на выходные. Ну за вклад. А я кидал вклад? По-моему, нет. Слышь, этот... как это зовут? Разбойник. Поставь почту. Спасибо. Значит, я успел на акцию. Пятерочки. Роги на пол. Просто одно на молитву восстановления, одно на молитву исцеления, да, чарка с ТГ падает? Угу. Отлично. Там где-то была более имбалансная чарка, но ее походу убрали. А что было? Вообще какая-то сломанная чарка была на уменьшение КД зубов. Ого, это прикольно. При касте этой, как ее зовут, флешки. Да, нет, почему? Если а здесь коснул флешку. Полезно. Не только на КД зубов, там и на КД крыльев было и так далее. Там на КД шарка была. Да, там была чарка топовая. Ну, в смысле, это под проком сделает, под что-то еще. 0,98 секунды под проком. Вот на моем. Ну, типа оно, ну. Ты флешку сдаешь в десятках обычно. Да и флешка лишней не бывает. Флешка туда, флешка под чем-то. Ты ж не сидишь 24, не читаешь весь рейд.
Там еще есть прикольная чарка, но на все классы. Не видел, которая ману возвращает? Ну, которая 5% маны по лечению абсорбит, да? Не-не, которая именно ману возвращает, там количество, именно там 6%, по-моему. Но не больше 32 или 64, что-то такое. Нет. А, да, 6%. У меня такой печет тоже есть. Несмотря на кого? Типа на Эрдру, да, она ни о чем. А если на Холика взять? Ну, на Холика как вариант. На Хепреста, да. На Хепреста, да. На Хепала ни о чем. На Эрдру ни о чем. От базового манны. Там, а базовый состав маны у тебя вообще пиздёшный. Не-не, там 6% именно от стоимости заклинания. Нет, там при этом стоимости заклинания, но при этом не больше определенных там количество, да. Но очень мало регин. 32 или 64. Ну почему? Да, нормально. Алло, вы выбиваете героическое эту. Как понял, СВК... СВК 25 героя, которая на 15 МП5 больше дает. А тут халявные 30 маны постоянных. Возвращение. Не знаю, я не выбиваю СВК. Я хочу с Джайной Крини. Я пати уже раскидал, кто первый, кто второй. А еще я задумаюсь насчет, возможно, пойти и купить у нового мира сети какого штана с Джей. На хэпалу. Пиздатые штаны. А что, на ШП хуя. Похилишь бегай, да? Или там побегаешь? Я побегаю на ШП. Отлично. И ты побегаешь? Я побегаю на ШП. Сколько Тарапсала словил. Бегите или умрите. Ебать, он мне не пригрузился. Ебать. Я оставил конфликт или кто? Не будем тыкать на него пальцами, просто он знает. Не, типа, я оставил? Нет, не ты. Я словил, у меня просто не прогрузил зеленый цвет. Бог поможет. Это что, 25-ка? Блять, 4.5 часа спал, я ничего не вижу уже. Надо что там по звезда? Спать идти. Ну там-то ничего есть? Делать надо. Не, сначала был бодрый целый день, сейчас под вечер. РТ началось. Ресни тебе чай, лежит вам в стороне. Я не знал, это же клинок в черничном джеме. Это намазывает на хлеб. Это не для войны. Конечно, на изи вообще. Ну, реально, я на холь, в холь респектнусь и все.
там, потому что супер мазохи. Нет. Я пошел за холиком сдохнем. Я пошел ветку захилил холиком. Вот этого гада этого. Да, да, да. Там без разницы какой сетап. Я на холике захилю, блин. Хача. А мне воду руку не пиздели, а. Дал. Бегите или умрите. Сейчас собаку добьем, я макароны там солью. Бегите или умрите. Да мы развалимся. Нормально, все развалим, не боись. У меня стадии 4 на 10 сп... на 10 единиц лучше. Че, я макарошки слил, поехали.
4, 3, 2, 1. Стеро, закройся. Плотненький брахильчик. Пошла, Ваниш. Чё ты на руки сдох? А, Боба. Причём тут Кош, причём тут Ваниш. Причём тут Рога? Ложный, пока ты жмёшь. Да. Не верю тебе. Вам же. Я тебе не верю. Без героя завалим эту гадину. Он пацану эшбалом дал. Бомжи. Надо бить уже тому. Хильцы мы тогда бьем? Нормально, нормально, добивайте, добивайте. Был мне до того, как я садил целый, когда с ним выпил себе шип. Ну, шип. Думаю, шип будет лучше 271-го? Не, ну... Не, явно не 251-й надо забирать. Ну, вот я 251-й поменял сейчас свой шип, потому что, ну, это реально не смешно уже. А, даже не шип, у меня даже кровавый ногой Талантель был, 251-й. Смешно очень. Собаку? Чилит на него. Я подиспелю. Нормально все. Может, может и. Да не, не, нормально все. Просто ну, точно помогу. Это... Ты просто точно за диспеливай, я массово закину. Окей. Okay. Они вы наручи, например, с чаркой на мага. Или метка скверны, например. Наручи. Да, но они так не упадут. Штаны остались. Да нахер, у меня есть штаны. Да тут штаны даже не падают. Руки, голова, ступни. Они падают, тканевые. Не знаю, в книжке не показывают, что они падают. Нет, вот отмеченные безликим каюты. Все. Вот отмеченные калюты. Ну калюты отмеченные скорее. Нормально все. Все забываю постоянно.
не тому ТПС даешь. Да ладно, господи. Новый год, Новый год. Можно. Этот бич не заслуживает поездки. Ну, Вархель, да. Не-не-не, про какого-то там Бенсилера, как-то так его ник. Мое имя Ратмир Шишков. Запомнился. Так я не про имя, я же про ник. А. Да, здорово. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Помню, на танке ужас поймал, блядь, бегаю, а этот гаганаж за мной бегает. Ой, залей, пожалуйста, ман. Бегитесь. Эти тотем у нас присутствует РЛ тут? Да нифига. Чубан не бесконечный, что ли? Ну, хоть и гимн сдам. Вы что, не шипы, что ли? Да, может, хватит эти метки тебе? Смотрите, у них мана кончается. Берегитесь. Нам стиллер не даст, я сейчас постою. Гимн сдал он на мангу. Салфир не достаю. Да, я могу с ним слить. Не, потому что хилит тебя. А тут морда вроде стоит. А, мы его провели чуть-чуть. Сколько мне надо внуки. Не вижу половины действий вообще. Штаны, вот они. Локовские. Лучше бы вторые запы закинуть сюда. Ну, палка зато упала. Лок, тебе нужны штаны? За на плюс 3 или на фул собираюсь? Планировали на фул, но бигдема что-то нету. А, у нас дискорд ливнул. Он тут сидел до этого.